Совсем недавно Даше Кудряшовой исполнилось 6 лет. С первых дней жизни она борется за жизнь. Девочка родилась раньше срока, а в 3 месяца врачи поставили ей диагноз ДЦП. Для полноценной жизни Даше необходимо постоянно проходить курсы реабилитации. Уже 6 лет Даша вместе с мамой каждый день занимается ЛФК, учится говорить с логопедом, посещает массажиста. И хотя родители делали все, что советовали врачи, значительных улучшений не было. Последний раз девочка проходила реабилитацию в Челябинске. Именно там она стала держать голову, ползать и даже делать первые шаги. Чтобы Даша научилась самостоятельно ходить и, возможно, даже бегать, курсы должны быть регулярными. Раньше сидела чуть-чуть. Несколько секунд, а сейчас там несколько минут сама, без поддержки. Это уже большой прогресс для нас. Мы как раз хотим по реабилитациям поездить, как раз окрепнуть, на ноги встать и хотим на своих ножках пойти в школу. Собрать денежные средства для реабилитации необходимо к началу декабря. Сумма немаленькая – 171 тысяча рублей. С помощью некоммерческого фонда «Это чудо» на сегодняшний день уже удалось собрать почти 100 тысяч. По словам Натальи, руководителя фонда, благотворительность – настоящее чудо, которое объединяет незнакомых людей, чтобы помочь. Любая сумма может спасти жизнь ребенка. Любой вклад очень важен для нас. Детей с тяжелыми заболеваниями нужно постоянно поддерживать, не только материально, они нуждаются и в нашей моральной поддержке. Благотворительный фонд устраивает праздники для этих детей, поздравления, устраиваем различные музыкально-поэтические встречи для того, чтобы они не чувствовали себя отдельно от нашего общества. Узнать, как можно помочь особенным детям, можно на сайте благотворительного фонда. А для того, чтобы способствовать исполнению Дашиной мечты, достаточно отправить смс на номер 4647 с текстом «Дарья» и суммой, которую вы хотите перечислить. Благодаря вам у девочки появится шанс встретить Новый год, уверенно стоя на ногах. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.